Всем приветики! Сегодня была закупка у меня в Бедренке. Скупилась на 99 злотых. 29 грош. Поехали. Взяла вот такую колбаску. Порезанная уже. Взяла вот такой вот сыр. Взяла мивину. 4 пачки. 2 бананчика. Взяла 2 огурчика грунтовые такие. Майонез. Колбаска. Килограмм. Цибули, лука, четверть с курицы, здесь 1 510 и еще 1 610 для упаковки. Апельсины, морковка, картошка, молоко, яйца 20 штук. И взяла себе лак для ногтей попробовать, цвет такой красивый.